праздником, дорогие друзья! Ура! Праздничная первомайская колонна начала свое движение от МКЦ имени Славского и проследовала до Центра культуры и досуга «Восход». Как бы ни называли этот майский день, днем солидарности трудящихся или праздником весны и труда, для многих уже традиционно стало, что 1 мая символизирует возрождение и приход весны. В праздничной демонстрации приняли участие более 2000 димитровградцев, работники предприятий, профсоюзной организации города, сотрудники администрации. Я действительно от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, 1 мая. Это, наверное, один из самых любимых праздников. И это доказывает это сегодня то, что сколько народу прибыло сегодня на эту демонстрацию. После торжественного митинга горожане еще долго не расходились, ведь 1 мая давно уже стал для многих димитровградцев любимым праздником. Мы сейчас поддерживаем свой коллектив, институт научно-исследовательский, наш профсоюз обязательно. Вот, и мы уже несколько лет подряд ходим, принимаем участие, как-то настроение поднимается, чувствуется праздник. Ну, в общем, все хорошо. Татьяна Алексеева, Анжелика Бразунок, новости Димитрограда.